все привыкли к тому, что день рождения Минска – это не праздник сам в себе, это торжество составное, и, несомненно, одним из ярчайших его проявлений, кстати, уже традиционных, становится турнир по силовому экстриму «Минск Open Cup». В какой-то мере можно сказать, что статус мероприятию придавало само место его проведения в эпицентре празднований на главной праздничной арене, что около Дворца спорта на проспекте Победителей. Амфитеатр у Свислочи еще до конца соревнований был почти полон, даже несмотря на то, что самым широким образом турнир не анонсировался. Все-таки, следя за проведением Минск Open Cup, от раза к разу приходишь к выводу, что стронгмен-культура в Беларуси уже пустила достаточно прочные корни. В общем-то, восхищенные лица собравшихся наталкивают на мысль, что легендарная и воспетая с давних времен богатырская сила очень уж по душе нам, белорусам. Кто-то, быть может, возразит, скажет, дескать, ну конечно, ни с именем Ильи Муромца, ни с Алешей Поповичем или иже с ними, Беларусь вроде бы никак не связана. Так вот, быть может, именно поэтому белорусам так по душе болеть и сопереживать ультрасилачам на арене, выносящим здесь запредельные нагрузки. А вид спорта это на самом деле оправдывает свое название. Стронгмены, стронги. Смысл этих слов полностью понимаешь, когда видишь, что вытворяют эти парни с далеко не самыми удобными в обращении тяжелыми предметами. Не в пику бодибилдингу, например, но так называемая ось Аполлона под палящим солнцем, никто не будет отрицать, разительно отличается от элегантной, блестящей, покрытой никелем штанги в спортзале. Штанга, она ведь эстетична, она как скальпель в медицине, а ось Аполлона, она как отбойный молоток в той же операционной. Груба, убийственна и беспощадна. Сами ребята свою работу на помосте зачастую называют силовым экстримом. А ведь оно так и есть, ведь то, что мы видим, это бескомпромиссная схватка с запредельно экстремальными весами. Запредельная нагрузка, схватка с металлом нередко заканчивается не в пользу человека. Не обошлось без этого и на нынешнем Минск Open Cup. Травма, она как коварный враг, затаившийся в засаде. И травмы эти не шуточные. Но даже получив таковую, и даже в самом начале турнира, еще на первых его этапах, некоторым все-таки хватает воли идти до конца. И мало того, не просто идти, но превозмогая боль, занимать, чтобы вы подумали, первое место. Удивительно, но факт. Именно так 13 сентября почетно и по-мужски занял свое первое место на Минск Open Cup 2014 Оскарс Мартужинс. Латыш, парню 22 года, самый младший в сетапе стронгменов на нынешнем минском турнире. Травмировался почти в самом начале, в процессе разминки перед вторым этапом соревнования. Присутствовавшие здесь же врачи настоятельно рекомендовали ему тут же садиться в карету скорой помощи и мчаться зашивать, казалось бы, искалеченную ногу. Белорусы аплодировали ему стоя каждый раз, когда он, хромая, выходил на очередной этап. От упражнения к упражнению он шел либо лидером, либо с весьма достойными очками. Тяга грузовика руками, эстафета с чемоданами и кантовка покрышки, жимовая эстафета, становая тяга, фингер. То, что творил этот парень, казалось сенсацией. Трибуны ликовали в буквальном смысле. Все-таки мы, белорусы, очень сопереживательный народ. И при всей нашей цивилизованности сохранилось в нас, конечно же, многое и от наших древних предков, когда люди, чтобы выжить, вот так вот ходили по грани, и мужество, с которым человек был способен преодолевать экстремальные преграды, всегда вызывало и в нас, и в наших прапрапрадедах неподдельное и искреннее восхищение, уважение и почет.